Ну, мы так, как говорили перед игрой, просто только первый тайм закончился. Что плохо, что пропустили гол. Я думаю, это одна атака, которую не доработали до конца и пропустили ту игру, но просто вторая игра будет, я думаю, что шанс 50-50, я доверяю нашим игрокам и думаю, что большой шанс у нас будет во второй игре на весь. Спасибо, ваш вопрос. Наш коллега сказал о том, что он в восторге от результата. Как этот результат оцените вы? Ну, конечно, мы хотели выиграть игру и говорили пред игру, что любой выигрыш будет хороший. Но просто не получилось сегодня. Мы забили ту игру. Было еще 2-3 неплохая момента. У нас просто они хорошо бронялись, очень низко сидели, пространства не было и просто не успели забить вторую. Но говорим, это вторая игра, это только первый тайм и надо готовиться, надо доверять в себя и отдавать максимум в следующей игре. Еще раз говорю, что я уверен, что наши игроки могут делать то, что нам нужно в второй игре и пройти в следующий раунд. Пока Динамо подписал только Сверчинского, какие еще позиции сейчас самое важное закрыть? Ну, сейчас не буду говорить о этом. И в тот момент только игра, та, что играли меня было, и будет быстрая информация. Есть ли давление сейчас на результат стороны руководства? Вы видите, что меня кто-то давит? Просто вот так, мысли у журналистов, немножко поговорили и пришли ко мнению, что ваши игроки сегодня бегали как сонные. То есть они входили, они бегали. Вам это не показалось? Смотрите, когда играет 20 человек, 20 метров просто пространства, нет, тут нужно мастерство, тут нужен дриблинг, тут нужно принять мяч как надо, там места нет. Чем можешь играть в ширину, лево, право, долгины нет. По словам Адамовича, Селимов сказал, что такого игрока, как нет, можно найти в Беларуси. Вам не сказал руководство, кто им мог быть, есть какие-то намеки? Нет, он мне не сказал. Я первый раз слышал это, что это. Сима, следующий вопрос. Шахтер хочет предложить контракт Фиксу. Предлагал, насколько вы бы хотели у себя иметь такого футболиста? Ну, сейчас я еще раз говорю, не могу отвечать на... Просто не думаем поэтому думаем по игре, думаем, что делать в следующую игру. У нас нет возможности заявить новые люди, поэтому не думаем по новым игрокам, думаем по этому, что у нас есть, и подготовить игру, что лучше, что вы сделали то, что клуб ожидает у нас. В тот момент уже сказал, что не будет говорить по новым футболистам. На второй раунд, Антон, уже никого не заявим, поэтому, пожалуйста, вопросы по игре. Вы говорите, что вы надеетесь, что в гостях сыграете по-другому, сильнее и будет лучший результат. За счет чего вот эту насыщенную оборону вы будете проходить? Я не думаю, что дома будет Сент-Патрик играть в атаку. Их 0 устраивает, в принципе. Ну, понимаете, вторая игра, сейчас говорит, какая будет вторая игра. Мы будем разбирать ту игру, будем готовить ту вторую игру. И я еще раз говорю, что я доверяю мои игроки и доверяем им, думаем, что у нас есть силы и мастерство сделать то, что у нас ожидается.